Приветствую вас. Я думаю, что основной момент, ключевой момент, который можно увидеть у вас, это момент, связанный с конфликтом, с противоречием в том, что с одной стороны вы идете на явную связь с человеком, который представляет некоторую опасность для вас. И с другой стороны, идя на эту связь, вы продолжаете бояться. Понимаете, то есть, если бы вы боялись, грубо говоря, да, если бы вы боялись, ну, я не думаю, что вы бы в эту связь вступили бы. Чтобы у вас не было вот тех страхов, которые имеют место быть, я думаю, что нужно определить, для чего вы вступили в связь интимную с этим человеком, тем более, что вы, как я понимаю, знали об этом, вот, и зная об этом, все равно это сделали, знали о том, что он нездоров, вот, то есть. Кто знает, может быть, вы хотели бы оказаться в этом состоянии, хотели бы оказаться в этой ситуации. Вот. Для чего, правда, это большой вопрос. Вот, ну, соответственно, вот разберете это противоречие и, соответственно, будете, по крайней мере, меньше бояться, вот. Кроме того, насколько я знаю, люди с этим живут и живут достаточно нормально, вот, главное, чтобы лечение было своевременное, по сути, вот. И поскольку вы сдали анализ, то я полагаю, что сложности с лечением не будет, вот. Но сейчас, вот сейчас, на данный момент, то, что вы делаете, это, по сути, гадание на кофейной гуще, потому что, ну, как бы, результатов анализа вы еще не знаете, а уже боитесь. Вот. Я думаю, что страх ваш, он здесь связан скорее вот с этим противоречием, да, то есть зачем вступали в связь интимную с больным, да, чего хотели и так далее. Вот, вот мне кажется, что это и есть ключевой аспект. Разберете его, и я думаю, что проблем будет гораздо меньше у вас. Вот, значит, вот так вот можно ответить вам на вопрос. Но опять же, с другой стороны, если вы все же боитесь, если страх такой достаточно серьезный, да, то я предлагаю подумать о том, что вы будете делать, если все-таки будет, ну, какой-то процент того, что, ну, то есть, если произойдет так, что вы все-таки заразитесь. Вот, что именно вы будете делать? То есть с этим нужно разбираться.
Ну, для начала, я думаю, что нужно разобраться с противоречием, которое у вас имеет место быть. А далее понять, чего именно вы боитесь. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!